Одно из основных направлений в деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской области – обеспечить безопасность детей. Ежегодно перед началом учебного года проводится инструктаж с персоналом образовательных учреждений по соблюдению мер пожарной безопасности и проведению эвакуации в случае пожара, проверки состояния эвакуационных выходов, работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей в случае пожара. Во время учебы проводятся плановые эвакуации. Одна из них прошла с отработкой в средней школе номер 29 Ленинского района Ульяновска. По плану учений на первом этаже началось возгорание. После срабатывания сигнализации началась эвакуация. Тем временем в школу уже прибыл экипаж пожарно-спасательной части номер 16. Дети выстроились на стройплощадке. Классные руководители провели перекличку. Заместитель директора школы доложил инспектору о полной эвакуации. Для данной школы норматив по эвакуации составляет 4 минуты 20 секунд. В данной ситуации школа выполнила эвакуацию на отлично, можно сказать. И эвакуировались ребята и педагоги за 3 минуты 55 секунд. По данным специалистов Госпошнадзора, в рамках месячника детской безопасности охвачено 802 образовательных учреждения Ульяновской области, в том числе 416 школ и 303 детских сада. На учебных тренировках по эвакуации в случае пожара приняли участие более 111 учащихся школ области. Павел Макаров, Алексей Иванов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.